Здравствуйте, друзья. Я сегодня вот в новом обмундировании. Шапка старая, шапку мне не довезли. Мне вот этим Питтсбургом, короче, я теперь в хоккей играю. И тут у меня две ассистентки. Почему две? Потому что хоккеисту с одной даже неприлично. Вот, сниматься. Вот у нас две красотки. И я вот в этом головном уборе. А дайте мне, пожалуйста, вот ту, там сзади, вот которая, викинга. Да, может быть, я под викинга сейчас можно и так попробую. Да. Это будет очень прикольно. Такой хоккеист в темных очках. Хоккеист-байкер. Хоккеист-байкер, вот, там хорошо сказали. Значит, друзья, я просто вам наряд демонстрирую. Это у нас парад подарков. Девочки, спасибо. Давайте мы, значит, поаплодируем. Дарите, идите сюда. Вы не боитесь сниматься? С девушками или так? Сами или сами? Можно без вас с девушками. Давайте, вот, значит, снимайтесь с девушками. Откуда приехали, говорите? Приехал из города Питтсбург, Пенсильвания, где все больны хоккеем и все боготворят русского хоккеиста Малкина. Малкина? Фамилия которого носит Михаил. Yes! Так, подождите, а вы сами-то играете в хоккей? Конечно. Ну, вы так посерьезные были во дворе? В свое время серьезно, сейчас уже в дворе. А где вы играли вообще раньше? Есть такой город Казань, в Татарстане. Я что, в аспирантуре учился же. Я вас не помню. Так что в Казани что там? В Казани хоккей тоже популярная игра и очень такая вторая религия после... Первой. После первой, да. Так вы в какой роли играли? Был сначала защитником, но подумали, что я слишком маленький. Конечно, вес нужно же. Да. Поэтому раз все полетели. Стал нападающим. Вот, нападающий вам больше подходит. Да, так. Вообще татары всегда травмы, играют в хоккей. Травмы есть? Травмы очень много. И шайба попадала, и колени выбивали, чашки, подайте, и, но, и ребра сломала. Но во всей команде должен же быть кто-то, кто деньги считает. Еврей какой-то есть у вас там? Наверное, был. А мы играли за идею. А у вас, то есть вы на деньги, там не было евреев, они не зарабатывали ничего. Вот, мы играли, поэтому играли за идею. Да, возможно, они зарабатывали на нас, но мы играли за идею. Мозоли у вас были, мозоли? Мозоли не было, не было, ничего не было. Вот они так играют, что у тебя же мозоли нет. А травмы? Травмы были. Вот ребер не было долгое время, без ноги был, как некоторое время. Шайба украшала мое лицо пару раз с синяками. Я хочу сказать мамам и папам, не надо детям в хоккей. Вот это я слушаю. А моя мама говорила, что не надо в хоккей. Пусть будут руки, ноги на месте, и шайба в лицо не летит. Все верно. Все верно. Да, хоть занимайтесь шахматами. Татарин, не татарин, пусть будет здоровенький. Вот, и чтобы все было ему хорошо. Пусть лучше к нам в школу приезжает и в крайнем случае. Все верно, Михаил, все верно говорит. Если там, это не татары кумыс пьют? Иногда пьем, когда настроение есть. Когда косим под башкир. Все, понял. А что у вас пьют вместо кумыса? Пьют, не знаю, чай с молоком. Пьют очень много. Чай с молоком. Ну, в общем, короче, пусть пьют чай с молоком и не болеют. Все верно. Все, счастливо. Чак-чак пусть едят еще. Чак-чак – это сила. Чак-чак? Чак-чак, это пьют или кушают? Это кушают. Чак-чак, окей, чак-чак. Все, счастливо. Встань.